Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы продолжаем Снайпер Элит 4. Следующее задание для нашего Карла, деревня Бетанти. В Сан-Челине то и дело всплывало имя Андреас Кеслер. Кто такой? Гениальный конструктор, отец-создатель управляемых ракет, ловелас, алкоголик, какой безобразник. Нацист. Кеслер занимался ракетами большой дальности. Но УСО полагало, он не решит вопрос радиоуправления. Уничтожение Орхидеи свидетельствует, что мы ошибались. И сильно. Разумеется, Орхидея была легкой мишенью. Но если нацисты создали управляемую ракету большой дальности, это может переломить ход войны в их пользу. Американская разведка, УСС, полагает, что Кеслер в Италии, возможно, под защитой кровавого генерала Гейнца Бема. Я был отправлен в прибрежный городок Бетанти для встречи с нашим связным из УСС. Перед готовящимся вторжением на Сицилию жизненно важно узнать замыслы нацистов. Найти ангела. Надеюсь, нам не придется попадать на тот свет. Быстро, по крайней мере. Патроны, патроны. Радиоприемник. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышу вас, рыжий лис. Американский самолет-разведчик обнаружил вышку ретрансляции на окраине города. Нейтрализуйте связиста до того, как он вызовет подкрепление. Также ликвидируйте снайпера. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Также ликвидируйте снайпера. Кеслер. Это, наверное, будет основная наша задача в этой игре. Гениальный конструктор и одновременно... Кто такие? Почему не знаю? Почему наседка ничего об этом не сказала? А оружие я взять не могу. Так, Кеслер одновременно и гениальный конструктор, и ловелас, и алкоголик. Как это все уживается в одном человеке? Что такое? Кто вы такие? Поговорить Уивером. Уивер, что ты мне хочешь сказать? Что у тебя сломан вот этот вот прибор? Компас, наверное. Лейтенант Карл Фейерберн. Да-да. Отличная работа в Сан-Челине, особенно с учетом обстоятельств. Уже слышали? В Орхидеи погибло много храбрецов. Сделаем все, чтобы их жертва была не напрасной. Нужно найти Кеслера. Да, мне говорили, что ты всегда бьешь в точку. Кстати, я Джек Уивер. Джек Уивер? А что не так, Карл? Я что-то не знаю. УСС осознает, что дело не терпит промедлений, Карл, но надо действовать осторожно. Что ты знаешь о Гейнце Беме? Палач Болоньи. Да. Бем — кровавое чудовище, при этом скрытное. Мы так и не знаем, как он выглядит. Зато дела его рук видны повсюду. Похоже, он командует Кеслером. Найдем Бема, найдем Кеслера, ясно? Ваши люди считают, что лучше всего обратиться к силам сопротивления. Учитывая наш прошлый опыт с партизанами, мы... думаем, что могут быть сложности, но готовы рискнуть еще раз. Мне нужно имя и место. Ими командует некая София Дирокко. Они зовут ее Ангелом. Ты найдешь ее в городе. Хорошо, попытаюсь. Карл, послушай. Нацисты проводят регулярные облавы. Они прочесывают гавань, собирают партизан и... по всей вероятности, уже начались расстрелы. Ты знаешь, где они? Могу только догадываться. У партизан есть штаб. Найдешь его, это поможет делу. Поищу. Карл. Этот город... пороховая бочка. Нужен только маленький огонек. И что ты этим хотел сказать? Маленький огонек. Ангел милосердия, найдите штаб партизан. Нездоровый кашель. Ты, видимо, лейтенант Фейерберн.
Мне сказали отвезти вас к командиру, к Софии. Мы зовем ее Ангел. Я доберусь сам. Фашисты проводят зачистки. Они шерстят город, забирают наших людей. Ангел готовится их спасти. Очевидно, храбрая женщина. Ты слышал про приказ о диверсантах? Пусть фюрер приказывает, что душе угодно. Но ты диверсант. Это значит, тебя не возьмут в плен, а расстреляют на месте. Тебя это не пугает? Такая уж работа. Хорошо, что ты не боишься смерти. Она здесь витает повсюду. Загляни на кладбище. Иной раз мертвые красноречивы живых. И что там на кладбище? Запоздалое сообщение об ищите кладбище. Я вот так и не понял, почему Карл не пожал этому человеку руку. Кто он такой? Предлагали помощь, не согласился. Наверное, любит работать один. Как и все снайперы. Итальянский флаг развивается где-то на разрушенной, на руинах какой-то крепости. Или это форт, или что это такое, не знаю. Ну, наверное, здесь полно фашистов. Карл, ну давай спешить не будем. Сначала осмотрись. Территория новая. Попробуй отыскать штаб партизан. Сан-Селини уже был знакомым и схоженным островом. А здесь все новое. Кто это такой? Ну еще раз. Дольф поджег церковь, которой предположительно укрывались партизаны. Ах ты негодяй. Ты поджег церковь, да еще с людьми. Да еще с партизанами. Ты будешь первый. Божечки мои. Так быстро и меня уже почти обнаружили. Там проход. Там тоже можно подняться. Но не знаю, парадный, наверное, парадную лестницу пока обойдем. Может, как-то так, как-нибудь здесь. Вот хороший случай. Давай-ка, Карлуша. Давай-ка, спокойно, спокойно, спокойно. Подходим, подходим к этому поджигателю. Плохому человеку. Ну что ж вам не смотрится на море, а? Катерочек еще разъезжает. Из-за чертовой посудины будет трудно подойти через пляж. Какая прекрасная погода, чайки, море. Момент. Что такое? А давай обыщем, наверное, его, Карл. Последние письма. Письма прощания. Это мне очень пригодится. Еще раз скажу, что письма лучше не читать, потому что становится жалко этих людей. Хоть они фашисты, но все равно жалко. Хотя вот этого поджигателя, наверное, не жалко. Да, он, наверное, и письма не пишет. Какой нормальный человек станет общаться с таким мудлом? Так, а если осмотреться? Фух, ничего себе. Как это все пройти? Найдите штаб. То есть где-то... Стоп. Карта. Да, впереди, перед нами будет штаб. Сюда налево радист, здесь снайпер, здесь отчет. Ну, постараемся все выполнить. Не знаю, как это все получится. А там вдалеке вижу патруль, что-то охраняет. Но пока до него далеко. Как попасть в город? Как попасть в город? А если встанем, нас кто-нибудь увидит? Впереди, впереди. А
отважный любитель Гёте. Стоп. Меня кто-то видит. Им показалось. Какие внимательные немцы, а? Это и плохо. А вот катерочек, который ездит, он, наверное, создает шум. Может быть. Было бы неплохо. Блин, и здесь внизу дежурит. Да что же делать, а? Стоп, Карл. Офицер. При себе у него график дежурств и... Что у нас здесь? Груз на веревочке. Не знаю, чем это будет полезен. А, бюрократ и бумажная крыса. Ну, не знаю, но... Безопаснее пройтись по низу. Мост, наверное, охраняется... Посильнее. Офицер. Ушел бы ты, офицер, а? Блин, да сколько же вы там? Франц, сержант. Профессиональный солдат. Что такое? Кого ты там увидел, Франц? Да ничего, все в порядке, это тебе показалось. А служит уже очень долго. А все, солдат. Никак не дослужился-то. Пьет, наверное, зараза. А вот офицеришка этот мне мешает, прям не могу. Как бы до него добраться и убрать? Да нам еще и прыгать, что ли, придется? Ой, Карлуша, назад, лях. Все. Нас заметили, он нас всем рассказал. И сейчас нас будут убивать. И что же делать? Падла. Да получи же ты. Через мошонку прям в какой-то баллон. Двойное убийство. Ничего себе, Карл. Вот это тебя разозлили, наверное. Зазвенели колокольчики. Да что же вы такие настырные, а? Вообще не хотел вас трогать. У меня своя работа, у вас своя работа, нет. Нет, надо же было слушать этого офицера. Бюрократа. Божечки мои, да там патруль идет на помощь. Что делать, что делать? Их сейчас будет много. Давай-ка назад, Карл. Давай-ка назад, устроили мы здесь маленькую войну. Надо было делать все тихо. Божечки мои, что это было? Снайпер, да? Или нет? Блин, они идут сюда. О, я на волоске от смерти. Аптечка. А, нет, это не аптечка. Вот так. Залечи-ка раны. Что там, занимаете позицию, да? Я вот не знаю, этот снайпер. Получай. На землю. Что, это граната? Карл, беги. Не знаю, где она упала, но... Да ничего себе.
Блин. Проще, конечно, пройти незамеченным. Зачем такие проблемы? Закончились патроны? У кого закончились патроны? У тебя закончились патроны? Я иду к тебе. Я готов поделиться. О, вот, возьми парочку. Стоит обыскать, обыскать стоит, конечно, Карл. Потому что у нас патроны могут закончиться, наверное. Больше ничего. Да больше ничего и не надо. Спасибо за это. Где эти школьники? А? Оп, это снайпер. Ничего себе. Ну что ж, поделимся и с тобой патронами. Ох, нет, он прям стреляет. Быстрее, 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 Карл. Огонь, отходи. Ну, убили как убили, что же делать? То есть, это... Мы убрали того самого снайпера, который нам нужен по заданию. Отлично. Одним заданием меньше. Осталось только добраться до него и найти отчет. Только, конечно, нас поранили, порезали. Практически нет живого места. Аптечек 0. Ну, Карл, дальше будешь внимательней. Двигай, двигай, шевели кабулками. Катерочек это тоже на дежурстве и прекрасно может тебя подстрелить. Хотя и помощь создает в шуме, но я думаю, что они будут не против. Все чисто. Все чисто, как прекрасно. Двигаемся дальше. Держите ухо востро, мы еще не в безопасности. Он где-то здесь. Фух. Что же делать, как же быть? Вижу рядом задание. Только как будет правильнее к нему подойти? Аптечек уже нет, Карл. Я думаю, давай-ка в кусты, самый надежный способ. Шариться по кустам. Транспорт. Подвезли подкрепление или что это? Кухня приехала. Ну, все спокойно, они занимаются своими делами, никто не отвлекается. Давай-ка понаблюдаем, что это здесь такое. Спокойные. До мобилизации был известным горнолыжником. Сержант, профессиональный солдат с 1932 года. Так, нам нужно проникнуть в деревню это. Наверное, это сам... О, дружочек, да вы что? Подвезли, наверное, патруль. Как-то мне не хочется с вами вступать в прямой контакт. Как-то нужно проникнуть. И там наверху тоже патруль. С охраной у них здесь все в порядке. Может быть, следующий куст? Как-нибудь так. Короче, двигаемся по кустам. Я не вижу никого. Давай-ка, Карлуша, к машине. Чем ты занят? Ты один здесь? Спокойно, спокойно, спокойно.
Кто-то рядом насторожился. Ничего себе, чем вы тут занимаете? Вы расстреливаете людей? Ах вы сволочи. Это же сопротивление. Наверное, бойцы сопротивления. Вот и все. И я у них нашел растяжку. Вы представляете, патроны. Ух ты. Какие неграмотные немцы. Как они могли все это оставить? Хотя, Карл, я думаю, этим надо перестать заниматься мародерством. И давай-ка ищи проход. А то сейчас кто-нибудь сюда вернется. Нам нужно зайти на территорию этой деревни. Сзади кто-то наблюдает. Нет, еще не оставили. Фух, что же делать, а? Там движение, обнаружено тело. Вот блин. Надо было его спрятать, конечно. Да что ты орешь? Давай-ка, Карлуша, двигай. Закрыто, все дома закрыты. Впереди еще немец. Не очень-то хочется привлекать его внимание. Ну, Карлуша, нам нужно добраться до сопротивления. Штаб должен быть где-то здесь. Точно? Где он? Как его найти? Здесь нет вывески. Штаб сопротивления. Добро пожаловать. Блин, бой в городских условиях — это не для снайпера. Ничего себе, что вот здесь устроили. Пожар. Дополнительные только сложности. Надо будет тихо их убирать. Спокойно, друг. Не надо шуметь. И нас кто-то засек. Убираемся к хренам отсюда. Ой, божечки, подняли опять. Беги, Карл, аптечек нет. Ёлки-палки, все. Скоро нас здесь расстреляют со всех сторон. Где этот гребаный штаб? Короче, мы еле дышим. Еле живы. Стоп, а у нас есть аптечка одна. Замечательно. Мы же забрали ее у бойца сопротивления, которого расстреляли у стены. Да приглушите эту пропаганду. Так. Ну, штаб где-то рядом, совсем рядом. Как бы его найти? Штаб рядом и немцы рядом. Но опрометчиво будет идти через всю площадь. А бинокль, если мы осмотримся? Карлуш. А? Никого? Да никого. Мы или удаляемся, или приближаемся. Так. Давай-ка, Карлуша, искать этот штаб. А? Немецкая сволочь. Куда ты делся? Ну где-то он совсем рядом. Да,
Давай-ка сюда. Да нет, мы снова отдаляемся. Черт побери, где же этот штаб? О-хо-хо-хо-хо-хо. Что же мы бы наделали? Карл, как это было неаккуратно. Ну что ж, перезапуск. Их двое. Это хуже. Может быть так? Что ты услышал, друг? Получи. Да как же я так выстрелил удачно, и он не умер? Да ну ты живучий, как терминатор, зараза. Где штаб? Да простить нельзя их. Кругом лестница. 2 метра, буквально 2 метра. Где-то здесь находится штаб. Но я не пойму, где он. Сюда. Это точно штаб. Но где же София? Да, похоже на штаб. Куча продуктов, еды. Это настоящий штаб. Он должен так выглядеть. И где София? Узнайте, куда отправилась София. У кого узнать? Добро. Взрыв пакеты. Думаю, мне они понадобятся. Разные документы. Снайпер, немцы сделали свой ход. Я отправляюсь в замок, чтобы освободить тех, кого они забрали. Двери могут закрыть до того, как ты придешь. В этом случае тебе понадобится это. Ангел. Спасибо, Ангел. Я не забуду тебя никогда. Я сохраню это письмо и эту взрывчатку. В записке Софии говорится, что она отправилась в замок. Да привстань ты, Карл. О, дробовичок. А что же мы можем... Ну, дробовичок это хорошо, если бы просто его взять как дополнительное орудие, но... Заменить им автомат... Ладно, оставим все как есть. Что тут еще? Что еще? Все? Все? Так, ну стоит взглянуть на карту, конечно. Сполошили мы всех немцев в этой деревушке. Найдите Софию, и она где-то в замке. Что ты там делаешь в этом замке? Еще оккупированном. Это нам и предстоит узнать, только, наверное, уже в следующей серии. Спасибо, ребята, что смотрели меня. Пока-пока. До новых встреч. Сохраняюсь, пока не нашли.